Че, молчим? Ничего говорить не будем? Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин, а это продолжение метро Exodus. Едем в пустыню. В прошлой серии зачистили ковчег с людоедами. И спасли да, Аньку. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. А кому хорошо? Вот видите, радиации нет уже хорошо. Артём, машина! Так, не заглядывайтесь. Здесь есть какой-то барон. С ним и будем разбираться. Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Хрена себе у креста бицухи. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме. А что со Степаном? Только заболел? Вот спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Какой кошмар. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Да, хорошо. Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. Окей. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Договорились. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. Mm-hmm. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Привет, Артём. Ты где? А, тут же ж... Ну она, может, и потянет не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса? А сломал? Где можно починить оружие? Давайте походим, да, посмотрим, была что бы солярка, тут. Аврора и сама бы справилась. Блин, ну нам надо пополнить припасы. Почистить оружие, сделать аптечки. Как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка с водой с форсунками, под жидкость горючая. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. Хм. Очень приятно. Угу. Нам в ту сторону. Какое задание? Выясни, что произошло с машиной, которую преследовала Аврору. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идёт к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом... Может, тут что будет? Здесь прохладнее, чем в вагоне. Какие-то книжки, сумки. Разрешите приступать? Сюда дверь закрыта, закрыта. Ну... Я пошел. Стойте, мне что-то есть сказать? Алёш. Артём, иди сюда, дело есть. Кто? Ты? Да, Кридыч. На разведку собираешься? Угу. Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Хорошо. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Вот он. Аптечки. Есть. Зажигательные боеприпасы. Собрать. 10. Угу. Тоже хорошая штука. Чистить оружие.
Ну, мне этот больше нравится. Ну, есть такой, попробуем. Ого. Точность, стабильность. Давайте с этим попробуем. Ни хрена себе бандура получилась. Добавили. Чистить не на... А. Ну, вроде бы все. Аптечки есть. А оружка какое-то. Супер получилось. О, Артём, подожди, я с тобой. Прошвырнемся, может, полегчает. Степан, ты чего? Ты больной? Степа, ты же еле ходишь. Лучше отдохни, пока не твоя вахта. Да, Тёмыч, что-то мне хреново совсем. В следующий раз. Вот и правильно. Артём с Дамиром просто на разведку. Не воевать ведь собрались? Угу. А если нападут на них? Тогда Степан. Они сразу обратно. А тут вы с Сэмом их прикроете. Так что отдохни пока. Ты нам больно не поможешь. Да, верно мыслишь, Катя. Давайте выйдем, опробуем оружие. Это на тихаре такое? Блин, ну мне, если честно, не особо нравится. Это Степа. Тепловой удар. Ну и обезвоживание в придачу. Ему бы в холодке полежать. Сейчас ребята станцию проверят и перенесем. Там хоть тенек. Ой, поскорей бы. Установить. Давайте выйдем, посмотрим, что тут. Ну, вроде норм. Сюда залазить не надо. Не надо. Артём, мы тут сами управимся. Чё ты туалет осматриваешь? Хорошо. Наша карта. Тут я лазила. Тебе же вроде в другую сторону, Артём. Здесь все тихо. Да хорошо, я поняла. Может, я просто хотела с тобой поговорить. Побежали. В машинах, может, что есть? Так, давайте двигаться лучше. Правильно идем. Угу. Нам туда. Лучше будем двигаться по путям. Здесь непонятно, какие монстры. Я не пылюсь, а мелочь.
флаг какой-то висит. Бежим, бежим, бежим. Ага. Очень приятно. Ну, мы побежали. Хотела не попасть на монстров. А он еще летает. Ну, походу, здесь те же монстры. Ах вы, суки, ля, прячутся. Жесть. Папа, я тут зову! Жесть. Нефтяник. Кто бы знал. Хорошая оружка, слышите? Не слышу вас! Ответьте! Иди ты в жопу, папа! Интересно, тут меня найдут или нет? Ребятки! Гени все лазят. Интересно, все померли? Нет, не все. Давайте, давайте, идите сюда. Класс. Все-таки, если правильно пользоваться. Давай, давай, иди. Они еще все здесь. Противогаз поможет? Та-та-та. Конечно, лута здесь нет. Где же кто-то был? Кто-то разговаривал, кто-то доложил о том, что мы приехали.
мы к нам сюда приехали? Чего это? Это ты зря на меня напал. Козел. Я ж правильно делаю, что я оглушаю? Я его не убила. Или я его убила? Блин, чел, погоди. Там было какое-то радио. А, оно не работает. Ну ладно. Так, в следующий раз надо внимательно посмотреть, что нажимать. Е или другую букву? Кью, по-моему, там. Сейчас покируем. Хорошо, да. Что ж такое, вы везде вылазите? Ключ, забери ключ. Красава. А, вот ты где, дружище. Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас... Дамир, а ну подожди. Настройки. Управление. Клавиатура. Наверное, разная. Нет. Оружие. Удар прикладом. Инвентарь. Нет. Передвижение. Сейчас. Блин, я же его оглушила. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Угу. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи. Я думала, ты со мной поедешь. Интересно, такой ключ. Давайте карту посмотрим. Ну, пока, значит, едем прямо, а потом налево. Всем слушай! Барон говорить будет! Всем слушай! Барон говорит! Ох, и управление! Смех сообщает, что на нашу территорию... Вам что-нибудь видно? Гастролёры на паровозе. Это жесть, она. Мне мы ничего вроде не видно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых.
ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Сам ты черт. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Так, минус монстра. Барон сказал. О, походу был баг. Ничего, барон, мы к тебе придем и станешь... Ты подговорчивее. Так, дальше нам нужно ехать или нет? Да, вот это, наверное, барон наплал. Ой. Карта. Оу, щит. Ух, руль. Артём, это мир. Новое задание. На связь вышла местная жительница, Юнь. Она находится на маяке, отбивает атаку бандитов. Если поможем, готова провести нас в центр связи. Сейчас поможем. Такую возможность упускать нельзя, поэтому поможем. Но аккуратно. Всем слушать! Барон говорит! Вы, мля, бараны драны, одну шмару поймать не можете! Одну, мля, целой бригадой! Она там уже дюжину пацанов завалила, значит! Так, ну, сюда так, мы сейчас пойдем. И дальше с раками думать! На этом мы приехали. И на вышку заявится! Знаете, какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают? Ну так если вы и дальше будете в том же духе выступать! Они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Идем спасать Гюль. Все, больше ничего не падает. Спасибо за патроны. Вот как и в главе там, где Волга у нас была, я теперь сижу и думаю. Там я не смогла, точнее, никак не смогла, забыла за здание, которое надо было очистить и спасти заложников. Тут я поспешила и нажала... Блин, просто первую попавшуюся. И здесь я теперь думаю. Потому что если дает выбор... то убивать не хочется. Зачем? Ловушек понаставляла. Противогаз нужен здесь? Нет, ничего, я в противогазе до сих пор. Постоянно за него забываю. Потому что если мне его разобьют, то я так понимаю, все. Тут везде ловушки, смотрим вверх и вниз. Какого первого толкачи? Идет наша подружка!
Подожди, я думала, женщина, это просто худой мужик. Да, вижу, точно. Но задрало уже шарить по углам. Давай, подходи. Да, блин, ты что же с голосом? Черт, не видно отсюда. Надо поближе подойти. Чужой! Чужой! Старый добрый стелс. Разве что выберки неплохо бы. А, уно. Ты будешь оттуда уходить? Ну, папа, ловушек натыкала. Спросим с твари этой за каждое. Давай, иди. Что это у нас тут? Херово спрятал. Ну да, вроде я их оглушаю. Начал болеть. Быстрее перезаряжается, чем тот, что был. Походу, они не по мне стреляли, а я вылезла. Блин, звуки пролетающих пуль похожи на Wolfenstein. Кто играл? Точно. Я думаю, что мне напоминает. Ну ладно, раз мы не стелс уже. Блин, а можно было сэкономить патрончики? Юль, сейчас мы тебя спасем. Тут ничего нет. Тёмыч, ну не застревай, ну шо ты как то лутецкий. Такие лошары, что стой, они не могут. Стой, что не могут разобраться с одной стой, женщиной. Да, сейчас я доберусь. Блин, ну тут
По-тихому не получилось. Хрена себе тут расстояние. Хорошо, Гюль. Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? Ну, лежи, ладно. Не буду тебя добивать. Ща, Гюль, подожди. Попьем чайку, только мне нужно залутаться. Лутецкий, лутецкий. Тут мы забрали. Блин. Он враг, ты его убивал. Ты друг, думаю. А, он-то где? Дверь бекину. Ты стой, я лифт опущу. Окей, ждем. Долго еще ждать? Сюда иди, где лифт, да? Да? Иду, иду, иду. Она, наверное, Гульнар. Гуль сокращенно. Поехали наверх. Краевиды. Ты Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Ну пошли. Мунай Байлер народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Так меня ты рассказывай, так же хотел. Я пока водички попью. Лучше смерть. Да, мы тут. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны. Я так понимаю, если его называть нефтяником, потому что он... Ну вот чем тут занимается. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Артём умеет все. И искать информацию в архивах. И кататься на машине. И стрелять. И не Если знаю, что еще. Сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Точно спецназ. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Хорошо, там да. Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Хорошо. Ты умный, но у тебя выбор нет. Спасибо, Гульнар. Делаем. Делаем. Так, ну вроде тут все нормально. Угу. Аптечки есть. Так. Все. Залуза 1000. Ну, это, походу, кто-то из ее родственников. Какой-нибудь муж, брат, сват.
готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Хорошо, да. Так, ребята, пожалуй, на этом мы закончим, да? И продолжим в следующей серии, да? Хорошо, договорились, да? Так что давайте. Потом мы пойдем в архив искать данные со спутника, чтобы двигаться дальше и искать место, пригодное для жизни. И уже встретимся в следующей серии вместе с Гульнар и Артемом. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.